мы чувствовать ничего не успели, потому что это было очень быстро. В течение получаса основные наши жизнедеятельные объекты были уничтожены льдом, просто-напросто похоронены льдом. Поэтому ничего мы не успели почувствовать. Ну, мы, во-первых, к этому готовы были, потому что это Арктика, это Северный Ледовитый океан, и, естественно, это все могло было произойти в любую секунду. Жалко, что это произошло у нас именно, что именно в этой точке, что чуть-чуть не добыли мы. А так все нормально, все в штатном режиме.